на канале «Россия-1» состоится премьера 8-серийной мелодрамы «Миленький ты мой», выход которой ожидается 4 сентября. Сериал снят по одноименной книге Марии Метлицкой. В центре сюжета сериала Полина, которая оставляет маленькую дочь Лиду на воспитание бабушке и отправляется в Москву, чтобы работать у своего давнего кумира, знаменитой актрисы Краснопевцевой. Приехав и обустроившись в столице, она все реже вспоминает о дочери. Проходит время, окончив школу, Лида выходит замуж за Диму. Она счастлива в семейной жизни, но внезапно на пороге ее дома возникает мать. Полина тяжело больна, и Лида берет все заботы о здоровье матери на себя. Дима в этом свою супругу не поддерживает, а затем и от семейной идиллии не остается и следа. С этого момента Лиде приходится начать жизнь с чистого листа, и судьба приводит ее в Москву, как когда-то Полину. Но удастся ли Лиде не повторить судьбу матери и стать счастливой, несмотря ни на что? Главные роли в сериале исполнят Татьяна Чердынцева, Людмила Артемьева, Алексей Демидов, Макар Запорожский и другие. Премьера 8-серийной мелодрамы «Миленький ты мой» состоится 4 сентября на канале «Россия-1». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.